Ребята, всем привет! Утро, минус 20, такой морозик стоит. Ну, сегодня к вечеру будут, ребята, температура понижаться, обещаю 30 градусов. Еду, ребят, на проверку. Пересек реку. Сзади остается поселок, ребята. Шагаю в лес. После последней рыбалки, когда мы рыбачили с Лариской, я оставил, ребята, жерлицы 20 штук и 5 комбайнов. Две ночи с Настей простояли. Вот еду, ребята, посмотреть, сделать какую-то рыбалку, так как глухозимье, рыба вообще не клюет. Не знаю, есть сработки, нет сработок. В общем, посмотрим. Ну и еду не с пустыми руками, буду проезжать село. И подарки от Андрюхи везу Лехе. Пакет, коробка. В общем, на обратном пути, ребята, заеду к Лехе. Ну и передам подарки. Поздравлю его с Новым годом. В общем, такая сегодня, ребят, такой выезд у меня. Навещу Леху. Вчера ему позвонил. Все вроде нормально, на связи. Будет ждать меня дома. Ну а пока, ребята, двигаемся. Ехать по дороге. Прошел грейдер. Это даже хорошо, потому что на тот момент, когда мы возвращались, были такие бурелаги. Неудобно очень было. Сейчас как раз передо мной грейдер прошел. Полетим прям, ребята. В общем, прокатимся. Предлагаю со мной, как обычно. Наливаем чаечек, ребята. И приятного просмотра. Понеслась. Ну что, друзья, добрался я до реки.
В общем, долетел с ветерком. Слушайте, ну очки, вот прям тема классная. Подарок супруге на Новый год. И прям, ну прям решает, вот когда идешь именно по дороге. Возможно, по лесу как бы скорости меньше, они не нужны, потому что, ну, теряешься по буранке. И немножко вот правая начала запотевать. А так в целом все круто. Здесь первая точка, ребята, 5 комбайнов и 10 жерлиц. Я бы не сказал, что какие-то загибы были. Один там какой-то непонятный загиб. И вот у меня вот тут жерлицы стоят. Вроде ничего не видно. Ну, хотя один загар вроде как есть. Первая точка, один загар. Есть загарчик один. Повторюсь, жерлицы стояли. Ну, в принципе, и леска как будто же еще есть. Жерлицы стояли 2 суток без проверки. Вчера была оттепель. Такой пухляк давила, набросала. А сегодня вот мороз. Ладно, будем откапывать. Будем смотреть. Ну, изначально, наверное, чайку, ребят, попьем с дороги. И начнем выковыривать. По-любому промерзли. Один загар из 10. Да, это прям труба. Так, ну что, чайку попьем. Термос взял с собой. Да, январь месяц, ребята. Перепады температуры очень сильные. Такие прям, ну, в половину. Минус 30, бах. Пятнашка, бах. Минус 5. И к вечеру уже опять начинается понижение. Ветер какой-то. Труба. В общем, нестабильная погода. Рыба как просто... стоит прям где-то, не ловится вообще ни на что. Мужики он тоже ездят, все новогодники, праздники ездили, пробовали что-то, искали, нифига. Да, печально, печально, ребята. Ну, как-то так. Будем терпеть, будем искать. Блин, очки, ребят, мне зашли. Очки прям зашли. Но все же потеют, немножко потеют. Ладно, их в кофр уберем. Давайте за рыбалочку. Будем откапывать. Взял пищню с собой. Надеюсь, проблем не возникнет. Травы, ребят, грязи, смотрите сколько. Какое-то натяжение. Ух ты. Да ладно. Ты чё, друг? Налимчик, ребят, смотрите. На комбайн попался. Ё-моё, вот и зверюга. Даёшь. Тебя-то тут мы не хотели видеть. Стой, 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 брат. Стой, потерпи немножко. Сейчас. Налимчик попался. Он, ребят, отцепил. Не знаю, будет жить, не будет. Пошел. Нормально, слава богу. Вроде ничего там особого ему не повредил. Единственное то, что помучил. А так налим, живучая рыба. У нас крючок загнул. О, смотрите, ребят, трава какая. Ну, конечно, какая тут может быть. Рыба, грязища такая прет. Труба просто. Налимчик позарился. В прошлом году, кстати, на комбайны налимы попадались по килограмму, ребята. Понравилось мне так. На тонкую снасть тащишь. А было дело как получается. Ершик. Ерши заглотили. И раза 3, наверное, налим на ерша. Хватал. Ребята, кто-то тут прям здоровый на комбайн попался. Это, походу, налим. Тихо. Давай, заходи, брат, заходи. Но на комбайн, ребят, смотрите, налимяха. На комбайн налимяха. Тихо, сейчас ты все перепутаешь, брат, меня здесь.
стой. На комбайн приятно килограммового налима на 16-ю доставать. Ну что, друзья, собрал комбайны. Куча травы. Правда, один маленький налимчик. Да. И все на этом. Вот такая рыбалка. Вот мы тогда с Фариской ночевали. Толку никакого. Так, ну что, десятку тут сматываю. Один загар проверяем. Что да как. Ну, вымотки полной нету. Не так, знаю. Ну что тут? Воды, ребят, даванула. Труба. Просто труба. Так. Прихватило. Нормально. Не замерзший. Куда-то завела, ребята. Шла. И все. Тут коряги. В прошлом году здесь такая же ситуация была. Но рыба есть. Блин, ну завела. А бур я не взял разбуривать. Сколько здесь? Ну, слушайте, прилично так еще. Метра 4, наверное, есть лески. Ай-яй-яй-яй. Одна сработка и завела. Ветка какая-то, что ли, ребята, качается, потому что... Ну, забирать не забирает. Сейчас крайние соберу, немножко дам, подожду. Ну, навряд ли, наверное. Рвать придется, ребята. Собрал жерлицы вокруг. Пятачок тут такой, коряжник интересный. Вот здесь бы ратлина попробовать. Щука постоянно здесь срабатывает. Коряжистое место, но не моя эта рыбалка. Стоять. Вот тянется что-то. Навряд ли, ребята, выйдет. Будем рвать. Еще не порвешь так спокойно. Заматывать надо будет. Ни хрена. Опа. Оторвал. Обидны вот такие моменты. Но они бывают на рыбалке. Когда вот оставляешь на ночь. По налиму особенно. Налим сразу махом ищет место такое коряжное и забивается туда. Ну ничего. Ладно. Сматываю здесь все остатки. Переезжаем потом на курью. Вот видите, ребята, как выходит вода. Вон как, видите, ребята, все это происходит. Вот эта тридцаточка, она бы, да, она бы забрала, наверное, жерлицу все. Вообще вот все, вышла вода и сразу сантиметров 10 лед бы появился. Труба вообще полная. Даванула воды. Ну, какой живец. Богатырь. Ладно, что. Может, карасей будем на сысоле ловить. Через года 2-3 на удочку. Ну вот, друзья, собрал первый ряд. Комбайн. Один маленький налимчик и одна сработка непонятная. Рыба, мне кажется, была. Ну, увы, я чувствую, холодать начинает. Ну, к вечеру будет понижаться температура к 30-ку. Вот, говорю, надо успеть. День короткий.
Переезжаю на следующее место, Курья. Она недалеко, вот ее видно примерно. Метров 300. 250. Ну, каких-то загаров вроде как не вижу. Ну, сейчас подъедем, посмотрим. Ладно. Добрался до Курьи. Десятка жалец. Ни одной сработки. Наше место под палатки. Вот там мы ночевали. Ну, как-то так, ребята. Остается только опять надеяться на банты Ларискины. Ладно, не буду задерживаться. Видно, идет. Мороз прям его видно, что он идет. Надо ускоряться. Ты его тут жевал капитально. Смотрите, ребята. Ну, жерлица не стрельнутая. Прям весь пережеванный. Какая-то рыбка все равно гуляет. Ну, это показатель все равно, мне кажется, правильно? Это все равно как-то говорит о том, что, если бы я понимаю, живцы бы живые все были. И нифига. А тут комбайн. Черви все поедены. Немножко он жеванный живец. Значит, какая-то рыбка все равно гуляет. Ну, крупная рыба неактивна. Ну вот, десятка еще сматана. Два живца по как-то не пожамкана. Так правильно, наверное, сказать будет. Все, ребята, поднимаюсь наверх. Остается надеяться на банты. В прошлый раз там была щука. Посмотрим, что на этот раз. Ехаем. Какая красота, ребята. Я с этих мест балдею просто вообще. Мне нравится здесь очень, ребята. Не знаю почему. Но здесь прям. Прям мое, не знаю. Есть места, конечно, красивые, но вот здесь прям по-другому себя чувствую, вот реально. Смотрю на эти пейзажи и прям вообще красота. Ой, очень красиво. Что, ребят, добрался я до места. В прошлый раз вот здесь на эту была поклевка. Ставил яму и вот смотрю загар в яме, ребята. Одна сработка. Есть надежда, ребята. Есть надежда. Но она очень маленькая. Ладно, посмотрим, ребята. Просто вот буранка, смотрите. А там просто водище. Столько воды. Это как сейчас передвигаться, блин? Буранки нету, это все хана. Заезжал я туда, дрова забирал. Стоит зеленый бант. Это очень глубоко, кстати. Хорошая глубина. Так, ну здесь перехлёст, ребят. Перехлёст. Леска перекрутилась. Ну что, ставочки есть. Ну, с перехлёстом уже ставок никаких нету. Пусто, ребят. Нет живца. Кто-то боданул перехлёст и стащил живца. Ну и все. И на этом все, ребята. Не фартануло. Нет хода, ребята. Ну, что поделать? Что поделать? Сидел бы дома, думалось бы по-другому. А сейчас убедились. Жерлицы отработали в ноль. Просто в ноль. Ну ладно, прокатились.
Сейчас поедем Лехе подарки вручать. Вот такая же история, ребят, смотрите. Мелкий налим, 100%. Только мелкий налим пока. Так, друзья, остановился возле местного магазина. Купим что-нибудь. Лёхе продуктов еще, наверное. Бутылку шампанского. Праздник же. Подарки же везу. Дед Мороз. Ну, Андрюха Дед Мороз, а я этот, на олене скачу. Ух, ребята, мороз. Что-то все, капец, блин. Так, кто не в курсе, кто давно смотрит, знает, кто такой Лёха. А так, в целом, это старый друг мой, живет в деревне. Вот. Андрюха, один из зрителей канала, отправил подарки ему, вот, везу. Зайдем в магазин. На морду лица, ребят, мою. А, труба. По 30-ку надо давить. Здравствуйте. А, чуть прохладно сегодня. Так, мне, пожалуйста, килограмм сахара, чай. Больше песок пусть? Пускай, да, что страшного. Карта. Ну вот, ребята, немножко продуктов. Так, чай, сахар, там тушенка, рис, гречка, масло растительное. Рыжему китикет. Рыбалки нету. Леха, наверное, тоже не ловит ничего сейчас. Все, поехали далее. Ну что, добрался до Лехи. Вроде все почищено. Не знаю, дома, не дома. Должен быть дома. А нет. Замок, ребята. А где Леха-то? Звоню Лехе, он где-то у соседа, говорит. Сейчас выйдет. Ну хоть дома идет. В валенках. Это ты проезжал, я смотрю. Паша, хирург ездит. Здорово. С Новым годом. Ну да, блядь. Ну что ты, давай, принимай подарки. Какой-то мощный, фофалар что-то. Ну тоже это фофалар, да. Это длиннобазный, что ли? Это длинный? Длиннее, ширше, короче. Смотри, а что, эти две штуки, две штуки? Нет, одна широкая. Все.
А там что? А тут что делать будем? Лёх. Крутые еще люди. Ну, спасибо большое, там подожди. Смотри, сколько подарков тебе привез. Как Дед Мороз, бля. О, я рыжего не забыл, Леха. Рыжему. Короче, взял тут тебе, понял? Немножко. Чай, сахар, как обычно. Рис там этот, гречки. Леха, убирай это сразу. Будешь кушать, нет? Не, не, не хочу. Не, вон, смотри, фрикадельки. Не, не хочу, Лёх. Монорага. Шампанское. А ты? А я вон за Новый год, на. А ты сейчас там не будешь? А я с тобой вон шампанского дёрну за Новый год. Как нет-то? А, замерз, Лёха, труба. Сколько уже градусов? Да. Мороз, блин, что-то. Да, нож доставай, Лёх. Короче, смотри, тут боты зимние. Ого. Такие зимние. Солидняк. Не знаю, будешь, можешь куда-то двигаться в них. Ну, слышишь, нормальные боты вообще лютые. Короче, это Андрюха. Андрюха с Питера. А, держи, открывай. Бля, как, не буду. Где что открывать-то? Да, вон тут. Тут, да, вон, режь. Все, Андрюха, передаю подарки твои. Все, доехали. Солидняк, да. Боты такие на меху. Вон. Огонь. Так, ну-ка. Неправильно что-то. Ну, ну-ка, давай, Леха, подожди. Что-то неправильно. А, вот он ящик. Ага. Так. Короче, Лёха, я не знаю, это футболки, походу. Ферма футболка? Не знаю, да? Вон, смотри, футболки. Такие футболки. Четыре штуки тут, что ли? А, во, маска. Во, балаклава. Как называется? Балаклава? Да, тебе. Балаклава. Ремень. И... сапоги да, тебе. Да, сапоги. О. Как у тебя такие. Да, 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 типа того, но. Все, вот будешь таскать. Так, рыжи. Так, Лёх, штаны с портухой, зимние. Ментовки? Типа того, да. Летняя, смотри, Лёх. Десантная. Десант, да, будешь десантуры ходить тут. Не, мишка Маша не давала, как его, куртку мне давала. Бушлат, Лёх. Ну-ка, прикинь, бушлат. Он легкий. А это что-то еще? Потом такие же, только летние. Смотри, Лех. Как раз вот этот свитер, да? Слушай, такая летняя получается. И этот. Это вот сюда. А, это подклад? Подклад, да-да-да. Вот он. Сюда. Нацепишь потом его. И будет он у тебя нелегкий уже, будет уже теплый. О, на пуговицах, видишь, он сюда. Ну, разберешься, короче. В общем, вот бушлат тебе. Сапоги, ботинки. Все передал. Да, спасибо большое. Это Андрюхе спасибо, с Питера. Давай ты его обратно куда-нибудь. Ну, там разберешься, что я так распаковали. Там, куда потом его? Все, носи тут только, пока, понял. Тут только тут еду, да? Да, носи, Леха, на здоровье. Чтоб тепло было. Дико. Все, ботинки, сапоги, балаклава. Термо, блядь, эти две, блядь, много, зачем это?
Ну, слушай, человек отправил, что? Все. Тебе его надо? Нет, это тебе все на здоровье. Друг, чтоб ты не замер. Че, огонь, Лех? Да, бля, это видишь, я уже хуй замер. Это да. Этих можно как рябчик в снегу спать, да. Вот тебе. А ну-ка балаклаву померяй. Давай, Леха. Спасибо за все. Андрюхе спасибо. Андрюхе спасибо большое, да, да. С Питера. Да. Молодец. Спасибо. Да, подгон хороший, не да, Лёха? Не знаю, как, фамилию не знаю. Носить, спасибо. Носить, тебе, Андрюха, большое спасибо. Носить будешь, Лёха? Конечно. Да, вещи, да. Будем рыбу ловить там. Давай. Большие рыбы будем по-любому весной ловить. Конечно. Будем я рыбать. Две сетки купил. Всё. В этом году. Ну, где-то 65. Я, наверное, вот я купил. Ну, все. Ладно, давай. Ну, давай. Давай. С наступающим старым Новым годом. С наступающим тебя тоже, Андрюха. Давай, завтра. Я тоже, Андрюха, с наступающим. Все. Спасибо большое тебе, еще раз спасибо большое. Да. Огромное. Все подошло, все очень тепло, хорошо. Все, уже приоделся, да, нормально. Да. Оделся, да, нормально. Все, классно. Вот, ребята, вот она, тридцатка. Вот давит. Вот и обещали мороз. Пойду сейчас до поселка в мороз. Ну ничего страшного, чё. Потихоньку доберемся. Вещи все. Загружаю. Да, рыбалка не получилась, но зато как Лёха счастлив. Ё-моё. Ты звонишь? Ты опять снимаешь меня? Андрюха, серьезно? Давай, Лёха. Давай, всё. Андрюха, твоему большое спасибо, конечно. Только что будет спасибо. Спасибо большое, Андрюха, тебе! Да, это Андрюха, спасибо. Всё, да! Давай. Буртуй! Да, всё, погнал. Ну, давай, всё хорошо. Ларисе большое тоже. Спасибо, Ларисе твоей. Давай. Только Лёх носи, понял? Ну, конечно, всё. Давай, не вешай там туда никуда. Куда? Носи. Давай, я буду ждать. Ты куда? Позвони вечером мне, добро? Хорошо, я тебе позвоню. Давай. Всё, давай, Лёха. Давай. Всё, на связи, Лёха. Давай, конечно. Давай, всё хорошо. Давай. Ух, кормилец не подвел. Так, я что и думал. 29, ребята. 29 стоит. Чувствуется морозок. Что-то неприятно, но некомфортно. Ну ладно, набрался. Ну что, друзья, дома такая покатушка. Вернулся в 6 вечера. Выехал в 8 утра. Ничего не получилось. Жалится, ребят, сами видели, промолчали. Были сработки, но все, стоит, ребят, наглухо. Рыба не идет, просто давление, просто глухозимие. Хотя многие не считают глухозимием, нет такого названия. Но в данный момент, когда перепады такие, ребята, это и есть такая штука. Леха доволен. Видели, ребят, как он доволен, как ребенок. Спасибо, Андрюха, тебе еще раз большое. Это твой выход, реально, это твой контент, потому что, ну, подарок реально достойный. Леха приоделся, он прям не знает себе места найти. Очень круто. Крутые эмоции у человека. Собирается найти себе женщину, рыбачку. Такие планы у него на этот год, ребят. Все, буду прощаться, иду домой. Приехал сегодня в деревню с дочкой. Ждут меня. Пойдем пить чай горячий. Замерз сейчас. Все, ребята, видео
обращаюсь к друзьям. Вот именно сейчас кто каких-то в ссорах, кто-то какие-то непонятках, там на кого-то горчуху накинули, ребята просто взяли, позвонили, скажи, братан, ну извини, извини или не обессудь. Друзья, ребята, это такая штука, то что даже не все родные и не все братья помогут так, как друзья, за друзей.